Всем мое почтение, друзья. И сегодня, 30 июля 2022 года, появилась вот такая вот информация. Джо Байден хочет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в 2024 году. Вы просто вдумайтесь в это, ну, какое-то безумие. Я лично считаю, что если Джо Байден пойдет на эти выборы, я считаю, что Америка просто, ну, какой-то тупик идет. Вы вдумайтесь, если ты любишь свой народ, свою страну, скажи, я уже не могу исполнять обязанности, я не буду баллотироваться в президенты на следующий срок. Оставить свои какие-то амбиции на чашу против своего государства, я считаю, что это какое-то безумие. Более того, считаю, вот смотрите, в мире положено, вот, допустим, 60 лет, выходишь на пенсию. Почему разрешают быть президентами после 60 лет? Почему люди из прошлого, люди, старики, которые уже должны отдыхать и наслаждаться жизнью, той, которую они заработали, которую они выстроили, должны управлять молодыми людьми и отправлять их на убой на войнах? Один старик на пенсии должен сидеть, этот Байден, и этот Путин должен сидеть на пенсии, а они управляют молодыми и отправляют их на тот свет. Я лично считаю, что это ненормально.